А я хочу сказать еще, что четверг будет добрым, это вообще не акция. Мы доверяем только своей экспертизе, поэтому мы привыкли работать самостоятельно. И все, что здесь происходит, от рождения идеи продукта до, по факту, его появления уже на столе наших гостей, всеми этими процессами управляем мы. Привет, меня зовут Катя Великая. Я, наверное, буквально росла вместе с фразой «Перед поездкой на природу зайди в Мяснов и отдохни». Она где-то на подкорке головного мозга записана. А теперь я сама занимаюсь развитием брендов Клуклевер. Основная моя задача – сделать так, чтобы как можно больше людей задумывались о том, что они едят, что попадает к ним на стол. Сегодня мы с вами отправимся на небольшую экскурсию в наш корпоративный центр. Он находится в Нижнем Новгороде. Здесь собралась большая часть команды и умных увлеченных, которая отвечает за идеи появления наших продуктов и напитков, за то, чтобы эти продукты доходили до наших гостей именно такими, как мы их здесь придумывали. Сегодня я познакомлю вас со своими коллегами и покажу, чем мы тут занимаемся. Добро пожаловать в Клуклевер! Здесь наше дизайн-бюро. Все упаковки для наших продуктов мы также разрабатываем в нашем корпоративном центре. Упаковка должна быть говорящей. Она должна максимально полна и очень быстро рассказать нашим гостям, что же их ждет внутри этой упаковки, какие особенности в этом продукте, подчеркнуть чистый состав. Мы всегда на нашей этикетке выносим состав максимально крупно, чтобы любой ингредиент можно было прочитать. Наша команда SMM и наша редакция – это ребята, которые создают для вас классный контент на наших площадках, в социальных сетях, в нашем блоге Клуклевер Лайф, отвечают днем и ночью на ваши вопросы в телеграм-канале. Мы очень трепетно относимся к слову, потому что слово – это сила. Сегодня снимаем домашний яблочный бисквит с карамелизированными яблоками. Просто моя любовь, не могу от него оторваться. Сейчас как раз самый сезон, поэтому нужно, чтобы фотография передавала вам полноту этого аромата и вкуса. Здесь активно трудятся наши коллеги из управления ассортиментом. Вы уже с ними знакомы по прошлым выпускам. Мы все очень близко друг к другу находимся. Мы постоянно можем быть на связи. У нас в компании отсутствует лишняя бюрократия, потому что любой вопрос ты можешь максимально оперативно, быстро задать любому человеку. Ты можешь позвонить на производство, ты можешь пообщаться с людьми, которые придумали продукт. Они расскажут тебе о своей идее, пытаются максимально полно донести особенности. Здесь же как раз можно увидеть людей, которые сразу подхватят идею, придумают классную акцию. Скорость реакции, и важна скорость реакции, важно, чтобы все друг друга заражали идеями, потому что здесь так и происходит. Как только рождается идея, она подхватывает сразу всеми коллегами, и все сразу начинают думать: ого, а как это лучше всего представить в нашей онлайн-витрине, ого, а как сделать так, чтобы все сотрудники в магазине могли попробовали и тоже захотели рассказывать об этом продукте нашим гостям. Ого, а как сделать так, чтобы все фотки прямо с экрана кричали: это попробуй меня, я тот самый пирожочек, который ты хотел. Мысль о том, что Мяснов и отдохни – это уже нечто большее, чем специализированная розница, наверное, начала появляться в тот момент, когда у нас стали появляться собственные заводы. Но к 2017-му стало окончательно понятно, что бренды переросли сами себя,
и необходимы некоторые изменения. При этом нужно было сохранить все те ценности, которые заложены были в Мяснов, в Дохни. Так появился бренд Cool Clever. Часто блогеры говорят, нас часто спрашивают, хотя на самом деле, может быть, вас никто об этом не спрашивал, вот нас реально часто спрашивали, а что такое Cool Clever, почему вы так называетесь, почему такое название, что же оно обозначает. Это бренд, который состоит из двух частей. Cool – это аббревиатура от команды умных и увлеченных людей. Почему так? Ну, потому что это реально огромное количество умных и увлеченных людей, которые объединились в попытке развивать гастрономическую культуру в России. И такое вообще количество людей, которые горят идеей, которые постоянно что-то придумывают, ходят, все пробуют, жуют, фонтанируют идеями. Такое количество людей, наверное, как здесь, я больше нигде не встречала. А Clever, по факту, это такой символ удачи, который должен сопутствовать умным и увлеченным. Ну и в переводе с английского, да, это clever, это умный. Перед тем, как мы выпускаем свои продукты, делаем для них этикетки, запускаем какие-то большие кампании маркетинговые или новые акции, важно подумать и посмотреть, нравится это тебе или нет, правильно ты сделал или нет, а потом еще раз посмотреть и подумать. Возможно, через какой-то этап ты сам поймешь, что ого, вот здесь можно доработать, вот здесь можно доделать. И вот в таком формате для наших гостей это будет еще лучше, еще круче. Наши сотрудники, которые работают и на заводах, и в логистических центрах, и в магазинах. Это наши партнеры, партнеры в России, которые вместе с нами создают уникальные продукты. Партнеры за рубежом, которые нас очень часто вдохновляют, которые нас учат чему-то новому, а мы их. И, конечно же, все наши умные, увлеченные гости, максимально разборчивые, те, кто обязательно прочитают состав, обратят на это внимание, те, кто зададутся вопросом, почему вы делаете именно так, почему у вас здесь добавлен тот или иной ингредиент, которые очень дотошно, так же, как и мы разрабатываем свои продукты, они, эти гости, также и выбирают эти продукты для своих семей. Было очень важно меняться, при этом не изменяя себе. Поэтому, конечно же, те ценности, которые были заложены 20 лет назад, они были неизменными. Это честность и качество. Со временем мы поняли, что мы можем работать так же круто, как привыкли работать с категорией фреш в мясе, в мясной кулинарии, в мясной разделке, в колбасах. Весь этот опыт мы можем привнести и передать для других продуктовых категорий. Также круто создавать ремесленный хлеб, с такой же любовью производить пирожные, знаменитые, такие, как вот можно найти в французских кондитерских. Мы также классно смогли создать не только продукты питания, но и IT-продукты, мобильное приложение и наш сайт, которые на самом деле делают натуральные продукты для наших гостей еще ближе. Теперь их можно заказать в один клик, и все это мы делаем внутри нашей команды. И Мяснов, и Отдохни сохранились как бренды. Отдохни – это галерея вин, которая находится внутри магазинов Cool Clever. Для бренда было важно, чтобы гости в галерее вин Отдохни находили звездные напитки, которые мы привозим от производителей, напрямую импортируем со всего мира. Мяснов – это такой знак качества. Многие наши гости до сих пор часто говорят: «Пойду в Мяснов», «Зайду в Мяснов». По факту мы издалека определяем тех, кто с нами уже очень давно. Это вообще достаточно сложный вопрос, потому что я вот сама, когда пришла в Cool Clever, стала частью команды умных и увлеченных, я тоже часто задавалась вопросом, что такое Cool Clever.
И были вообще разные ответы. Кул-клевер – это философия и стиль жизни. Кул-клевер – это магазины. Кул-клевер – это лайфстайл. На самом деле кул-клевер – это производитель натуральных продуктов. Возможно, один из крупнейших, может быть, даже скажу, единственный производитель продуктов с честным и чистым составом. Второе, что важно сказать, что кул-клевер – это импортер напитков и продуктов из разных уголков света. Причем не только магазин, который вы можете встретить в Москве и в Нижнем Новгороде, это магазин, который, условно говоря, могут оказаться в вашем мобильном телефоне. Это тоже кул-клевер. По факту кул-клевер – это такая большая экосистема. Экосистема, которая помогает выбирать вам классные продукты, классные напитки, делает их доступными максимальному количеству людей. Для нас вот важно не только отследить тренды рынка, а понять, чего этому рынку на самом деле сегодня не хватает. Поэтому кул-клевер – это, наверное, не про моду, это стиль. Это как маленькое черное платье. То, что будет всегда актуально, и при этом это что-то такое незаменимое. Ничто не заменит крутые качественные продукты. Когда мы поняли, что нам нужно развивать другие направления, из-за этого наша команда начала расти. И мы знаем, что можно привнести нового, как сделать что-либо кул-клеверно. Вот, ну, кул-клеверно – это значит сделать так, как до нас, может быть, никто не делал раньше. Вот это кул-клеверно. Поэтому и команда у нас разбита на свои направления, и каждый максимально профессионален в том, что он делает. Мы вырабатываем невероятные компетенции именно внутри нашей команды. Такие компетенции и такие решения, которые подойдут только нам. Привет! Привет! Это Наташа, и сегодня она расскажет нам, как современные технологии помогают сделать натуральные продукты доступными. Это Денис, архитектор IT, и мы те самые люди, благодаря которым вы можете заказать доставку кул-клевера напрямую с наших производств. Поскольку наши продукты из категории Fresh, мы должны доставлять их максимально быстро до наших покупателей, а это очень непросто. Принцип холодной цепочки – это поддержание температуры от 0 до 4 градусов на всех этапах производства, доставки до магазинов и реализации в самих магазинах. Нет, я могу сказать, конечно. Контроль наш. Конечно, да. Как это, наверное, Денис знает, как это осуществляется все. Ну, я знаю, как это контролируется. У нас есть система датчиков, расставленная в нашем оборудовании, и есть мониторинг, где мы собираем все показатели с наших датчиков и на специальных витринах контролируем отклонения. Да, и если, соответственно, что-то происходит, то идет сигнал. Да, и диспетчера разбираются в проблеме. Поскольку у нас очень сложная логистика. Помимо того, что мы просто должны привезти этот товар в магазины, очень важно, что мы сначала должны его произвести в нужном объеме. У каждого товара, который гость может заказать в онлайн-заказе, у него есть зона хранения. До недавнего времени их было 3. Это холодильник, морозильник и зал. То есть после того, как гость сделал заказ, он попадает в лист сборки к сотруднику магазина, и он осуществляет сборку этих продуктов. Но, как я сказала, недавно появилась у нас еще одна зона, 4-я зона, год назад, когда мы открыли магазины с кафе «Кул-клевер», где мы готовим горячую пиццу. Это, соответственно, привело к тому, что нам пришлось, к тому, что мы сделали еще одну зону, которая называется «Зона кафе». То есть до прихода гостя, либо курьера, пицца, охлажденная пицца также хранится в холодильнике, но после этого мы, соответственно, забираем ее из этой зоны хранения, печем наши печи, которые это занимают всего буквально пару минут, и после этого мы уже передаем горячую пиццу гостю, либо курьеру в доставку. Вот, поэтому к чему я это веду, что даже такое, как вот появление такого проекта, как горячая пицца, оно привело к тому, что в разных процессах нам
пришлось дорабатывать какие-то моменты. И вот как раз Денис один из тех, кто продумывает вот архитектуру того, ну, как да. это будет. То есть, используя информационные технологии, мы помогаем продавцам сократить количество ошибок, чтобы они понимали, что нужно делать, какому покупателю какой товар нужно собрать, по каким зонам это распределить и, соответственно, правильно выдать. В том числе при выдаче у нас осуществляется контроль, какие пакеты нужно выдать покупателю, чтобы ничего не забыть. Достаточно сложный вопрос. Как бы мне кажется, что своя IT-команда, она помогает оптимизировать процессы. То есть наши тимлиды наших групп, они очень погружены в бизнес-процессы. И они очень тесно взаимодействуют именно с бизнесом, напрямую с заказчиками разработок. Поэтому в этом плане эта IT-команда, она не отдельно, она внутри Кулклевера. И мы все нововведения, все наши инновации делаем вместе, совместно. Мы вместе собираемся на короткие встречи, либо на длинные совещания и принимаем какие-то решения, накидываем идеи и, соответственно, думаем, как их лучше реализовать. Поэтому не сторонняя IT-компания, а IT-компания внутри нашего Кулклевера, она позволяет гибко подходить к процессам разработки и, соответственно, вместе достигать именно тех целей, которые мы себе поставили. Соответственно, и давать лучшие сервисы и продукты нашим покупателям. Если, например, кого-то интересует кето-диета, то есть специальные фильтры, есть специальные подборки товаров, например, которые позволят быстро составить себе корзину из таких продуктов. Или, например, товары для вегетарианцев. Расскажи про свой классный проект. Ну да, возникла один раз такая идея провести как-то IT-рентген, мы его назвали, такое мероприятие для детей, погрузить детей в IT-тему, рассказать им, что такое IT, дать попробовать, возможность им попробовать себя в IT. И мы вместе, совместно с детьми, разрабатывали лендинги по нашим готовым продуктам. Несколько мероприятий было, несколько работ, и все работы опубликованы у нас на нашем сайте. Вот. И совместно мы разрабатывали лендинги, на котором мы описывали продукты, их свойства, какие-то уникальные предложения делали, предложения для покупателей делали. Вот. И, в принципе, это мероприятие прошло такое успешно. Одно из них участвовало в всероссийском конкурсе среди библиотек, где заняло хорошее место, вот, там, в разных номинациях. В принципе, для меня это такой интересный опыт был, и это интересно было рассказывать и переносить детям свои знания. А я хочу сказать еще, что четверг будет добрым, это вообще не акция. Вот это заявление. Да. Четверг будет добрым, это вообще не акция, это наше... Это наши взаимоотношения с нашими гостями. Это открыто и честно о наших продуктах, о людях, которые их создают. Хочется чаще говорить от первого лица. Очень классно с точки зрения маркетинга создавать красивую картинку, представлять бренд, за которым на самом деле не стоит ничего. В Кулклевер за брендом стоит огромное количество людей, огромное количество идей, честных, открытых, добрых, умных, увлеченных. Поэтому проект «Четверг будет добрым» — это чуть больше, чем акция. Это наше послание, наше пожелание для наших гостей, для наших коллег. Ну, конечно, здесь неизменно одно. Мы дарим подарки в этот четверг, как обычно. И пусть ваш четверг будет добрым.